Последний месяц лета, в отличие от двух предыдущих, выдался по-настоящему жарким. В эти выходные метеослужба обещает до 30 градусов тепла. Одна часть горожан отправится отдыхать на пляже за городом, другая же наверняка останется на городских пляжах. Но для кого-то теплые выходные окажутся тяжелыми и трудовыми. В самые жаркие дни лета сотрудники ГУ МЧС будут проводить усиленные рейды и профилактические мероприятия на центральных пляжах. У нас будет запланировано увеличение количества патрулирований. То есть у нас на выходные запланировано до 20 патрулирований по всей Рязанской области. В ходе патрулирования будут у нас раздаваться листовки отдыхающим, памятки. Объяснять будем, как себя вести на водоемах области. За этот год произошло 9 происшествий на воде, и, к сожалению, каждая из них закончилась трагически. Все эти случаи объединяет одна деталь – у погибших в крови были обнаружены следы алкоголя. Следует помнить про самые простые правила безопасности и поведения, чтобы оградить себя и своих близких от несчастных случаев. В первую очередь отдыхающим нужно предпринимать меры – это не купаться в необорудованных местах. Вот. Лучше, конечно, купаться на пляжах, которых у нас 46 по области сейчас насчитывается. Ну и, естественно, резко не забегать в воду после того, как прогреетесь на солнце, и не употреблять, конечно, спиртные напитки. Всем отдыхающим будут раздавать памятки. В них содержится необходимая информация. От правил пользования лодок и катеров до оказания первой медицинской помощи. Кстати, у владельцев легкомоторных судов в эти выходные будут проверять документы и состояние плавательных средств. Сотрудники ГУ МЧС настоятельно рекомендуют, если вы или ваши близкие стали свидетелями несчастного случая во время отдыха на природе, немедленно сообщить об этом по номеру 01 или 101.